Включай камеру. Василий Алексеев, последний богатырь советской эпохи, сломал все представления о пределе физических возможностей человека. Самый сильный человек планеты на конец 20 века добился феноменальных спортивных результатов. Двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории тяжелой атлетики восьмикратный чемпион мира, установил 80 мировых рекордов, 7 олимпийских рекордов. В троеборье набрал вес 645 килограммов. Этот рекорд не побит до сих пор. Он написал на себя эпиграмму. Мне теперь любую встречу, мне теперь самим с собой любую встречу, что-то так вот, по-моему, стало тяжело переносить. Зеркало едва себя замечу, хочется автограф попросить. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав? Как шею жертвы круглый гриф сжимаю, овации услышу или свист. Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не отмечен кратце. Василий Иванович, а песня Высоцкого о штангисте, а вас? Ну, Владимир Семенович приезжал в шахты, и он сам же штангу поднимал где-то года полтора, тренировался. Ну, он в то время был талант популярный, 70-е годы. Я тут наворотил этих рекордов. Вот и сочинил песню, посвятил мне. Вы же сами тоже поете. Вообще, вы любите петь? Только никому не говори. Не всегда. Про вас говорят, что вы поете хорошо. Да про меня чего только не говорят. Слушай больше. Вес взят прекрасно, но несправедливо, что я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том... Все дело в том, чтобы завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. С размаху штангу бросить на помост. А сложно бросать штангу на помост? Бросать не сложно. Так же, как бросать курить. Бросим все. «Вес взят» – одна из немногих песен, которую Владимир Высоцкий посвятил конкретному спортсмену. Он написал ее в 1970 году. Этот год стал судьбоносным для Алексеева. Тогда никому неизвестный парень от Сахи сделал небывалый рывок, поднявшись из деревенского спортзала на пьедестал мирового спортивного олимпа. Тише сделай, тут же ветер весь сырой просифонит. Навигация на реке Параход. Параход белый делит на красный трубку. Можешь не снимать, ничего не клюнет. Страсть к рыбалке у Василия Ивановича с ранних лет. Детство Алексеева прошло на реке Северной Двине. Только порыбачить ему удавалось нечасто. С 11 лет мальчишка работал в леспромхозе. Перекатывал и сталкивал в воду тяжелые бревна. Там и приобрел выносливость и закалку, которые так пригодились потом ему в большом спорте. Первой штангой Алексеева была ось от вагонетки. Причем 14-летний пацан поднимал вес так, что ни один из взрослых мужиков-соседей с ним не мог соперничать. Вас считали богатырем в деревне? Не надо обзывать поселок
городского типа деревня, там 6 тысяч народу жило. Пароходы, которые проходили мимо пристани в Ротчикде, капитану давали команду закрывать буфеты, потому что вот это пираты, что делали абордаж на другие корабли, они были по сравнению с нами никто. Прыгали на буфет на пиво. Я его ужасно не любил. Ужасно оно в меня не лезло. Но так как все кидались и пили, значит, я тоже пил. Хотя удовольствия не получал. Вы были хулиганом? Ну, а как же? Поселок не только городского, но и бандитского типа. Вас в драках, наверное, как тяжелое орудие использовали. Вы по хулиганке и в тюрьму попали. Расскажите, как это было? Шел с тренировки, а рядом была школа-интернат. Обыкновенно люди там, ученики жили. Я тут смотрю, там дым коромыслом. А меня два парня провожали до дома. Или пойдем разберемся, что там, что, может быть, что-то случилось. А там зафрактовали спортзал и отмечали десятилетие. А у меня значок мастера спорта. Собралась бригада, начали этот значок с меня откручивать. Я никогда не бегал. Бег с препятствиями. А тут пришлось бежать. Споткнулся, догнали. Перелом челюсти. Оказалось, это вожак комсомольской организации «Стройтреста». Он лучше всех бегал. Первый секретарь обкома партии спрашивает, кто такой? Говорит, да вот там мастер спорта, за дело, за дело. А кто он такой? Говорит, да уезжает, посадить. Месяц торчал. Пошел к начальнику, куму так называемому. Захожу, сажусь на табуретку, он орет, встать. Я говорю, вы меня извините, я первый раз в этом заведении, не все правила знаю. И говорим, что готовились к спартакиаде народов СССР, России, мне надо что-то поднимать, пока я тут ни за что отбываю хлеб ваш и поедаю. Ну, есть рельсы 40 килограммов, поднимай. Я в этом загоне эти 40 килограммов поднимал. Второй раз к нему напросился, я говорю, легковато. Тогда он мне 160 килограммов дал рельсу. Я эти 160 килограммов, плюс это маленькое, трицепс качаю. И поднимаю, тут вышка рядом, автоматчик стоит. И я около него, у заборчика ее поднимаю. Смертный же человек был. Где-то недели две проподнимал, а потом ее сбросил с плеч, приседал. И она концами упала на возвышенности и поперек переломилась. Рельса 24-я. Это 24 килограмма в метре. Ну, потом мне уже стало легче. Две рельсы по 80 килограммов. Я вырвал спартакиаду Дона, спартакиаду России. И вторым был на спартакиаде народов СССР. С рельсой. Их было трое. Три богатыря советской эпохи. Холодная война, вечное противостояние Союза и Америки везде и во всем. На спортивном атлетическом фронте господствуют американцы. И вот на Олимпиаде в Риме в 1960 году Юрий Власов в толчке берет вес в 202,5 килограмма и побеждает американских спортсменов. Зрители недоумевают, кто перед ними, живой человек или робот, но то был советский человек. На следующей Олимпиаде в Токио в 1964-м рекорд Власова бьет другой советский богатырь – Леонид Жаботинский, который отнимает у американцев последний мировой рекорд в рывке. В то время взойти на тяжелый пьедестал для Советского Союза было намного важнее, чем сегодня победить в чемпионате мира по футболу. Страна, в которой живут самые сильные атлеты, помимо олимпийских медалей, выигрывала позиционное соперничество. Это было наглядным физическим подтверждением мощи страны. Алексееву уже не пришлось бороться с Америкой. У него вообще не было соперников, только штанга. Он дебютировал на помосте, сразу установив мировой рекорд – 595 килограммов в сумме троеборья. На чемпионате в Минске он обещает поднять 600. Мир ждет этого момента. А у Алексеева появляются первые недоброжелатели. Когда я ехал поездом с Москвы в Минск, устанавливать 600 килограммов,
пошли в ресторан. И вот в ресторане сидим, я 130 кило почти что, напротив меня 110. Еще один тяж, 4 тяжа сидят. А через проход и через стол, у стеночки вот этой центровой стеклянной, сидят обыкновенных 4 мужика. Один говорит, слышь, вот это, говорит, сейчас самый сильный человек едет, Алексеев. А второй говорит, да ладно, козел какой-то едет. Слышь, козел, ну я молчу, ем солянку дорожную. Он берет фужер и разбивает об затылок мне фужер. Я как ел солянку, так и продолжаю есть. Напротив Валера говорит, ты что, совсем что ли? Об тебе фужер разбили, я говорю, я знаю. Да я пойду сейчас голову оторву, я давно бы скрутил. Я говорю, ну не забывай, это ресторан, мы будем виноваты, потому что мы сильнее. Сиди. Я вот до сих пор задаю себе вопрос. Кому надо было вот эту провокацию устроить? То, что это было специально, тут ежику понятно. Приходилось ли вам вообще когда-нибудь в жизни пользоваться преимуществом своей силы в быту? Знаете, или мое воспитание деревенское, или условия жизни. Я никогда в жизни девчатам в школе руку не жал. Сильно, чтобы показать свою силу. Я никогда ручку замка не дергаю, потому что боюсь сломать. Вот я дверь, если она дверь тяжело открывается, я ее не открываю. Потому что я боюсь сломать. 18 марта 1970 года стало исторической датой для мирового спорта. В Минске проходят международные соревнования на Кубок Дружбы. Василий Алексеев устанавливает феноменальный рекорд. В сумме троеборья берет вес в 600 килограммов. Стадион взрывается овациями, трибуны ревут от восторга. Началась новая эра в тяжелоатлетическом спорте – эра шестисотников. И первый в мире шестисотник – советский. Это был настоящий силовой прорыв, по значимости сравнимый с полетом Гагарина. Вот ко мне подходит журналист, там же, после награждения, и говорит, что говорит, Василий, я брал интервью у Власова в Риме, когда он победил. И спросил его, каким он видит человека, который поднимет 600 килограммов. Ну вот примерно дословно, что это будет человек 2 метра ростом, 170 килограммов весом и не унцией жиру. А каким я вижу человека, который поднял бы 700? Я говорю, что видите, смотри на меня, я их и подниму. Я бы их поднял, если бы не отменили жим. После того, как в системе соревнований отменили жим, Василия Алексеева зафиксировали в мировой спортивной истории как непобежденного атлета в троеборье с результатом в 645 килограммов. Для понимания и болельщиков, и профессионалов цифры этого рекорда непостижимы. Сам Алексеев объясняет свои фантастические способности особой методикой тренировок. Именно благодаря своей секретной системе атлет поднимал невообразимый вес. Алексеевым восхищались, но не любили. За то, что был уперт. За словом в карман не лез. У супертяжеловеса был тяжелый характер. Если я больше всех знаю, с кем я должен считаться и кого я должен слушаться. С тренерами, которые слабее в этом деле меня. Конечно, я не слушался, все делал сам. Сам разминался, сам выходил, сам заказывал. Я всегда говорил, что да, мне бы нужен был тренер такой, как я. Не меня тренировать, меня останавливать, потому что я перепахивал. Но у меня никогда не было тренера, потому что по умственному развитию никто близко не подходил. Это не возвышение самого себя. Да на самом деле, это, ну кто поднял 80 мировых? Поднял я. Он так и не встретил своего тренера. Никого к себе не подпускал, никому не доверял. Всю жизнь был один в поле воин. И всегда ждал предательства, преимущественно от своих. Счастье же, друзья. Хотя великий тренер, который говорил, друг, он всегда предаст. Потом я с юмором, конечно, говорил, что да, Плюкфеллер был определенно прав в некоторых делах. Вы прошли через это? Прошел, конечно. Прошел. Это меня больно ранило. Ну, я не прощал в те годы. Сейчас я отношусь к этому делу намного спокойнее. Потому что не могут люди быть все одинаковые.
Уже после первых успехов никому неизвестного Василия Алексеева пригласили в олимпийскую сборную. Такой заявки на победу в Союзе не давал никто. Но его методика тренировок в сборной не понравилась. И новичка-самоучку из команды выгнали. Однако приближалась Олимпиада, и Алексеева, который вопреки всему бил рекорд за рекордом, возвращают в сборную. Постоять за честь страны. Мюнхен, 1972 год. Первая Олимпиада Алексеева. Эта Олимпиада побила рекорды во всех отношениях. И по числу стран-участниц, и по количеству телезрителей. Их было больше миллиарда. И по новейшей технике, которой начинили все спортивные арены. Выступление Алексеева назначено на финал 5 сентября. Однако утром того дня в 4:30 на Олимпиаде происходит трагедия. Палестинские террористы расстреливают спортсменов сборной Израиля. Среди погибших в основном тяжелоатлеты и борцы. Я с этими ребятами познакомился в Швеции в 1972 году. С израильтянами? Да, со сборной Израиля. Один был с Румынии, красный. Один был негр. Я говорю, это тоже еврей? Да, еврей. И один был наш парень с Прокопьевска. Вывезли его в 14 лет. И всю эту команду я знал лично. И тренера. И вот этих всех ребят положили. Ну, я не знаю, кто там виноват. Снайперы, которые привыкли стрелять по мишеням и по людям, это же разные вещи. Ранили одного, тот кинул гранату в самолет. И команда погибла. На следующий день Олимпиаду остановили. Все сборные мира вышли на панихиду по погибшим израильтянам. Но из Москвы приходит особое распоряжение. Советским спортсменам не выходить. К трауру не присоединяться. Трагедия была 4-го. Так по памяти. Перенесли на 6-е. Вот можете себе представить, спортсмена, который готовился выступать завтра, а ему перенесли на послезавтра. Это тройная нагрузка на нервы. Ее не выдержали многие. Баранок нахватали столько, там тяжеловесы. Почему вы не пошли на ту панихиду? Да я не видел ее и не знаю про панихиду вообще ничего. Первый раз слышу. А человеческие чувства какие-то в этот момент работали? Было жалко? Да как не жалко? Я еще раз заговорю, что я всех ребят знал лично. Прекрасные ребята. Теракт в Мюнхене – первый и единственный в истории Олимпийских игр. Мир растерян. Многие спортсмены покидают Мюнхен. Но у советской сборной четкая установка. К 50-летию СССР выиграть 50 золотых медалей. И они сделали это. Художественная гимнастика, бег, борьба, все виды гребли, водное поло и даже баскетбол. Впервые в истории Олимпиад баскетбольное золото проигрывают американцы. Свой вклад в золотую копилку сборной внес и Алексеев, подняв 640 килограммов. Монреаль, 1976 год. Вторая Олимпиада Алексеева. Организаторы поразили мир техническими новинками. Гигантские телеэкраны для замедленного повтора. Бассейн с системой гашения волн. С учетом трагического опыта Олимпиады в Мюнхене, серьезные силы были брошены на программу безопасности. На каждого спортсмена приходилось по два полицейских. Ну, там провокации не было, потому что на эту Олимпиаду уже задействовали после Мюнхена 30 тысяч карабинеров. Я когда разминался, выходил во дворик, и многоэтажные дома окружали, как в колодце находился. И вот все время ощущение было, что в тебя летит пуля. Борозов получил, ему под дверь сунули письмо, если он придет первым на финише, его застрелят. И разговор про меня такой же шел. Было дискомфортно? Куда деваться? Трусы играть? Нет. Все нормально.
Василий Алексеев ставит еще один олимпийский и мировой рекорд. 440 килограммов в сумме двоеборья. Вот там я выступил здорово. Впервые был проведен, а на был контроль. Выступили все плохо, кроме меня. И когда журналисты кинулись на помост, затоптали его. Почему все так плохо выступили, а вы, мистер Алексеев, установили фантастический мировой рекорд? Я говорю, кто на чем живет, ребята? Все думали тоже, что я, как и все, применяю анаболики. Но это было единственное доказательство. После проведения игр Канада выплачивала долги десятки лет. Причем это был первый и единственный раз, когда хозяевам Олимпиады не удалось выиграть ни одной золотой медали. А советская сборная снова лидировала по количеству наград. 125 в общем зачете, из которых 49 золотых. Москва, 1980 год. Для Алексеева третья и последняя Олимпиада. Для мира первая Олимпиада, проведенная в социалистическом государстве. Больше полусотни стран бойкотировали игры из-за ввода советских войск в Афганистан. В отсутствии своих традиционных конкурентов, атлетов из США, советские спортсмены завоевали наибольшее число медалей – 195. Из них – 80 золотых. И только легендарный штангист Василий Алексеев проигрывает, проваливает все три подхода к штанге. Некоторые говорили, что великий спортсмен зазнался и мало тренировался. Но сам он уверен – его отравили. Что вы почувствовали в тот момент, когда поняли, что вы не взяли этот вес, и что вы не победитель? Во-первых, я не думал, что это специально. Но произошло и произошло. Значит, не мой день. Первая моя баранка на крупнейших соревнованиях. Но я знал, что это не моя вина. Что вот они мне что-то сунули, и оно пошло поперек. Вам подсыпали что-то? Дали выпить эликсира для бодрости. Якобы. За 6 подходов до выхода на помост. Я этот штангу эту на разминке метал куда попало. 165 стойку рвал, чего никогда не делал. Занизил вес первый подход. Вышел, все, дурак. Никакой. Отравили. Намешали туда что-то. В чем был смысл свалить вас? Ну, они хотели, чтобы я это золото подарил тому, кому оно досталось. А меня тут протолкнули на второе место. Я не сообразил. После этой баранки отравленной, все, я был закопанный. Меня приглашали везде и всюду. Везде был ответ. По работе не может или по здоровью не может. Когда это было выгодно, да, конечно, это же Советский Союз выиграл. Вот он наш-то, наш советский, вот он выиграл. И машут им как флагом. Помахали, а потом сложили в этот флаг и в шухлядку положили. Если Родина к своему богатырю относилась как к пасынку, то за океаном ему раскрывали отеческие объятия. Еще в начале спортивной карьеры американцы стоя аплодировали Алексееву.
Президент США Ричард Никсон адресовал ему личное послание. Американские журналисты называли Василия великим спортсменом и всерьез утверждали, что русские противопоставили американским успехам в освоении космоса достижения Алексеева в спорте. А кто это с вами на фотографии? Такого человека надо знать. Мохаммед Али. А, это Мухаммед Али. А как вы с ним познакомились? Ну, приехал я в Америку и вот зацепил я его. Вы с ним бились? Да. Потрясающе. Великий боксер, великий штангист, встретились. Поговорили, похохотали, провели спарринг, встречу. Расскажите нам про Америку. Наверняка вам предлагали там остаться. Да никто мне никогда не предлагал, потому что я ярый коммунист был. Я остаюсь. А вот тогда вам по-настоящему хотелось там остаться или не хотелось? Упаси Господь. Теперь жалеете, что не поехали никуда? Во-первых, я не знаю, как вообще там люди живут, наши сумасшедшие, которые уехали. Россия – это такая страна, что она не отпускает от себя надолго и далеко. Я так думаю. Даже сейчас мысль о том, что он мог бы тренировать американцев, которые побеждают русских, невыносима для Алексеева. Но тренировать своих ему не доверили. Непобедимый чемпион Василий Алексеев прямо с помоста Олимпиады 80 ушел в никуда. Ему было 38. 10 лет самый сильный человек на планете жил на зарплату жены. И даже однажды сказал ей: «Потерпи еще немного. Либо я выберусь, либо покончу с собой в шахте. И вы получите за меня страховку». Главной поддержкой для богатыря и в годы триумфа, и в период гонений была жена, Липа. Она всегда в него верила и терпела, даже когда было совсем не в моготу. Когда прославленного мужа уволили из шахты и в придачу лишили маленькой надбавки за занятия с группой физкультурников. Алексеев, словно обидевшись на весь мир, долгое время жил очень закрыто и вообще не подпускал к себе случайных людей. Грабители приехали. Алексей Васильевич, заходите. Толкать уже можно? Можно, можно, заходите. Куда ты? Ничего не открывается. А что ж, вот сейчас есть, да, вот сейчас открылось. Итро. Василия Алексеева и Алексея Петренко познакомила недавно ушедшая из жизни жена народного артиста Галина Кожухова-Петренко. Алексеев помогал ей решать проблемы со здоровьем. А в результате между семьями возникла добрая дружба. И теперь, приезжая в Ростов на гастроли, Петренко всегда заходит к Алексееву. Сегодня особый случай – юбилей свадьбы атлета. 48 лет, как вы вместе. А почему она у нас не за столом? Ну, нельзя же при съемках. Как-то нельзя? Кто сказал? Вы кого приехали снимать? Алексей Васильевич или меня? Чего две камеры направили? Я замечание делаю. Я-то пошутил, ребята. Снимайте, что вам надо. Я предлагаю выпить вот за человека, который накрыл нам стол, дал нам такую возможность трапезничать, за вашу жену, за Олимпиаду Ивановну. Сегодня же 48 лет вашей добровольной каторги. А вы еще цветущая женщина. Спасибо, Алексей Васильевич. Спасибо, Господи, вас. Еще раз поздравляю вас. С такой женой можно, конечно, и хорошо жить, Василий Иванович. Ну, в общем, короче говоря, за женскую радость, за нас, мужиков. Значит, я хочу, чтобы добавить, за 48 лет у меня нет опыта, как с другой женой жить. Поэтому приспособился, живу тут. Вот видите. Думаю, что, может быть, так и надо. Вот. Будьте здоровы. И разрешите от всей группы съемочной поздравить вас.
еще далек, ты мне, ветер, помоги. Как вы с ней познакомились? Ну, мы знакомы-то были раньше. Она приехала после московского учебного заведения работать в леспромхоз. Белое безмолвие, тишина, тайга, снегу по грудь. Вот и встретились на дороге. Узнали друг друга, я говорю, вечером в клубе. И все. Вся романтика. Но мы-то давно знали друг друга. Года два. Так она мне нравилась. И что? Я молчал. Стеснялись? Можно сказать, что и так. Вы были робким ухажером? К сожалению, да. Да? Ну, слава богу, что так получилось. Она отличалась от всех своей простотой. А вам простые девушки нравились? Кому не нужны это, замудрые? Кому нужны эти проблемы на всю жизнь? А когда вы уезжали на сборы, на соревнования, она переживала, ревновала? Когда я вышел в лидеры, я всегда возил ее с собой, с детьми. За мной же надо ухаживать. Тренера нет, массажиста нет, врача нет. Все она одна заменяла. Я бывало ночью тренируюсь во дворе, вот в этом дворе. 11, час ночи, а я пошу. А кто-то же нужен, вот она возьмет бурку, накроется и лежит на диване. Так что в победах Алексеева на Олимпиадах есть и заслуга его жены, Олимпиады Ивановны. Вот только заслуженные награды ей еще придется подождать. Алексеевы не венчаны, и Василий Иванович уже объявил, что на 50-летие совместной жизни поведет супругу под венец. Сейчас Василий Иванович живет достойно. У Алексеевых двое сыновей, четверо внуков, большой дом, пенсия выше среднего, плюс олимпийская надбавка. В общем, Алексеев не шикует и не бедствует. Люди мы скромные, живем нормально, любит шутить Василий Иванович. В своем городе он настоящий герой, живой памятник. Таксистам даже адрес называть не нужно. Этот зал в Шахтинском дворце спорта отремонтировал и оборудовал сам Алексеев. В шахтах тяжелая атлетика – один из самых любимых видов спорта. Шахтеры приводят своих сыновей в тренажерный зал в раннем детстве. 15-летнего Максима готовят на Олимпиаду в Лондон. Какую я красоту тут создал! Здесь подготовили 10 олимпийских чемпионов, 12 чемпионов мира, 19 чемпионов Европы и 16 чемпионов России. После того, как Алексеев ушел с помоста, ему предложили здесь место тренера. Алексеев отказался. Я им сказал, что да. Уланова на заводской сцене – это большая радость для заводчан. Для самой Улановой это не совсем радостно. И мне с такими знаниями, с таким опытом сидеть и набирать пацанов со школы тоже неинтересно. В 89 году меня попросили возглавить сборную Союза. Еще раз говорю, что ни одного соревнования не проиграл. Ни одной травмы ребята не получили. Ни одной баранки. И никто не попался на анабол-контроле. Барселона! Барселона! Самоучка Алексеев оказался необыкновенно талантливым тренером. На Олимпийских играх в Барселоне в 92-м его команда получает 10 медалей, из которых 5 золотые. Ни до, ни после Алексеева наши штангисты таких результатов не показывали. Кстати, всего наша сборная завоевала 45 золотых медалей. А после возвращения из Барселоны становится понятно, нет больше Советского Союза и нет больше сборной. Богатырь снова не удел. Вы ранимый человек. Вас можно ранить? Да, я ранимый. Когда ни за что. Когда делаешь много добра человеку или кому-то, а в ответ получаешь только шорпотреб и дерьмо.
Вот тут, конечно, обидно. Вы с этим часто сталкиваетесь? Последние годы при демократии это сплошное явление. Наши все ценности потеряли свою цену. На первом месте деньги и свои собственные корыстные интересы. В разговорах с друзьями у Алексеева главная тема не обида на свою невостребованность, а боль за будущее российского спорта. Он, как никто другой, может оценить реальные шансы наших тяжелоатлетов на победу. Он знает, почему сегодня появление нового Алексеева ждать не стоит. Идет развал, и, главное, народ захимиченный. Другого варианта поднимать штангу они не знают. Все. И вот сейчас они растеряны, как ее поднимать, когда сумасшедший контроль по анаболическим делам. Угу. Поднимать ее два раза в день и увеличить нагрузки в два раза по объему, они к этому не готовы, у них не тот отбор. Другого варианта они, как что-то найти, уколоться, они просто не знают. И вот я сколько лет говорю, что можно найти, и есть методику. Я же поднимал без шприца. Они, во-первых, не верят, во-вторых, не знают, как это делать. А пахать они просто не умеют. Якобы деньги там вливаются, но вы посмотрите, школы порубили. Я беру по шахтам. Есть школа имени Василия Алексеева, двукратного олимпийского чемпиона. Я грудью ее защитил, когда начали их крушить по области. И передавать в муниципал, а это наполовину зарплаты ниже. Тренеры бы разбежались, и спортсменов тоже нечего было бы есть. Какое это отношение к спорту? Ну ты слышишь звук, да? Автоматики. А? Ты по сколько раз тут делаешь? По 10. Ты какие-то цифры все находишь 10. Давай 12, 17. В чем-то суровый богатырь до сих пор наивен, как ребенок. Он искренне не понимает, почему государству не нужны ни его опыт, ни его изобретения. Во дворе у Василия Ивановича целый арсенал самодельных тренажеров. Комплекс упражнений на этих снарядах помогает быстро восстановиться после самых сложных травм. Надо поднимать. У тебя ноги оказались длиннее, чем у меня. У меня болело колено, я тренировался с одностью, и штанга была на берегу, на бетоне. Ну и ноги засадил в колени. Думал, что вообще выступать не буду. На лавку не мог садиться и вставать. И вот это упражнение я придумал. Три тренировки, по три подхода, по 12 раз. И как бабка отшептал. Да. Об этом уникальном опыте знают многие спортсмены. Вот и едут со всей страны к Алексееву за помощью. Андрей Сильнов, олимпийский чемпион Пекина, живет и тренируется в Москве. Но опыту авторитетного земляка доверяет на все 100%. Модернизирую, там уже отдали железку. Придержался секунду, вдохнул и погнал, чтобы это раздельно было. Футболистам, хоккеистам посещаю. Сам Алексеев и сейчас, в 70, несмотря на травмы, может выполнить упражнения, которые не каждому силачу под силу. И все благодаря своим тренажерам и авторской методике. Для спортсмена попасть на инструктаж к легендарному штангисту – небывалая удача. А попасть за стол – большая честь. Василий Иванович еще и известный кулинар. Знает такие рецепты, что Макаревич пальчики оближет.
Макаревичем организовал этот смак. Но есть у нас в стране институт питания. Любого профессора оттуда взять и пригласить на этот смак, он бы всем сказал, как нужно то или другое готовить. Надо уху и все первые блюда, где мясо и рыба, варить и сливать. И повторно, а потом уже варить. И повторно, потом настаивать, кипятить. Все, кто меня знает, все готовят только так. Я никогда не ем ни в ресторане, ни в людях первые. Василий Иванович, о, несу пробовать вам. Да идет же разливать, что пробовать, кому не хватит. Несу, соли несу. Добавят, перца добавят. Вы скажите сначала, а потом буду снимать. Опа! Поварёшка не слабая. Что удивительно, рыба пахнет, представляешь? Не мясо? Нет. Нормально. Можно понюхать, да? Конечно, я понюхал, ничего. Только очки не урони. Вот и достаточно. Все, спасибо. Спасибо. Под вашим чутким руководством рука просто обалденная. Ты знаешь, я не сомневаюсь. Что тебе тут еще наплели? Да как вы встречались с Кастро? Ой, господи. Если все вспомнить и рассказать, вам здесь год надо снимать и записывать. Так, выключай эту шарманку, дай поесть. А то сейчас при этом разговоре все зубы пересчитайте во рту. 80 мировых рекордов, 7 олимпийских рекордов. Василий Алексеев навсегда останется лучшим спортсменом 20-го столетия, величайшим спортсменом и человеком. Потому что величие определяется не поражениями, а победами. Сейчас он точь-в-точь, как Илья Муромец, прославил землю русскую и отправился лежать на печи. Он богатырь и ростом, и сердцем. Василий Иванович – большой человек, затерянный в огромной стране, но оттого не ставший маленьким.